Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с пауэрбанком, распаковка которого была на моем канале совсем недавно, несколько видео тому назад. И там продемонстрировал я, что необходимы аккумуляторы, которые идут без защиты. Ввиду того, что слева находятся у нас аккумуляторы с защитой, я заказал аккумуляторы без защиты, уже неоднократно заказывал у продавца, это поставщик аккумуляторов от Litacale, и еще у них одна компания есть, которая поставляет достаточно хорошие аккумуляторы. Пришло все это в рыжем пакетике. Доставка осуществлялась продолжительное время, потому что аккумуляторы доставляются по земле, ну и это заняло около полутора месяцев. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Все пришло вот в таком варианте. Давайте посмотрим, что находится у нас внутри. Вот пришли такие вот аккумуляторы. Они без защиты, как мы видим. И отсутствует выпирающий носик. Стандартный аккумулятор. Емкость у них 3400 мАч. И максимальное, что могут выдать в ампер-часах такой тип аккумуляторов, это не больше 3600. Пришло в таком варианте, здесь вот написано до 2028 года использовать. Сейчас давайте мы посмотрим, как эти аккумуляторы размещаются в пауэрбанке, и продемонстрируем, есть возможность или нет осуществлять зарядку. Итак, приступаем. И вот, как видим, без проблем у нас лазит аккумулятор. И давайте сейчас вот при помощи этого фонарика посмотрим. Вот у нас, видите, заряжается аккумулятор, находящийся внутри этого фонарика. Там 50 мАч. Можно даже посветить. Вот такой вот аккумулятор. Все они работоспособные. Сейчас давайте посмотрим в зарядном устройстве, как они себя ведут. Благополучно все помещается, и теперь есть для двух на постоянной основе и два запасных на всякий случай. Такие вот, аккумуляторы, которые можно будет применять для подпитки соответствующих устройств. Сразу же хочу предупредить, ввиду того, что аккумуляторы поставляются без защиты, для данных аккумуляторов необходима особая зарядка, так называемая умная зарядка, чтобы у вас аккумуляторы заряжались соответствующим образом и не привели к деградации данного аккумулятора, если вы будете заряжать не теми зарядками. Да, и обычный ток заряда, это 10% от емкости, не более 340 мА. Давайте сейчас установим. Как видим, у нас заработал пауэрбанк. Я сейчас включаю сеть. До этого момента я их зарядил. Они приходят разряженные. Где-то 55% от емкости. И напряжение 3,7-3,8 вольта. И видим емкость, вернее не емкость, а сопротивление составляет 47-50. Ну, от 47 до 50. Кстати, изначально были другие варианты, а именно также где-то от 35 до 47, когда они только что пришли. И не забываем заряжать током 10% от емкости. То есть сейчас у меня 300 мА идет зарядка. Но ввиду того, что они заряжены, я останавливаю процесс. Емкость соответствует, проверен уже неоднократно, поэтому я отключаю на этом тест. Ну и давайте еще сравним с предыдущей версией тех же самых аккумуляторов, только здесь поставщик Litacale, основная их производство. Вот эти вот приходят под другой маркой, но он тоже достаточно надежный, там свыше 8000 отзывов, и все в большинстве массе положительные.
Вот у нас защита и без. И как раз они без проблем влазят в этот пауэрбанк. Обратно убираем чехол. И для новых аккумуляторов тоже отличный водонепроницаемый чехольчик положим. Удобно хранить, переносить при необходимости. Вот такие вот аккумуляторы. И хорошие коробочки для транспортировки и хранения. Кстати, тоже есть видео на моем канале по распаковке данных контейнеров. И еще один момент. Никогда не берем аккумуляторы такого типа. Это я так, ради прикола взял. Стоят они дешево очень. 6000 мАч. Не принимают аккумуляторы 18650 более 3600 мАч. Это аккумуляторы подделки. Такие аккумуляторы не берем. Я просто их взял по приколу. Максимум, что их заряжать, это где-то 600 мАч. И то они со временем быстро погибают. Поэтому будьте осторожны. Такой тип аккумуляторов проходим мимо. Напротив такого типа аккумуляторов, если у вас заранее более 3600 мАч, на аккумуляторы 18650 не обращаем внимания. Это, во-первых, подделка, и они не вырабатывают даже 3600 мАч. Возьмем где-то десятую часть. Итак, я вам продемонстрировал возможности данных аккумуляторов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я, как обычно, поделился с вами данным товаром. О выборе данных аккумуляторов каждый принимает решение сам. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.